Британский боксер Билли Джо Сондерс в очередной раз обозвал Геннадия Головкина. Промоутер Головкина Том Лёфлер написал в Твиттере, что в прошлом году казахстанский боксер был вынужден драться с Келлом Бруком из-за того, что топовые средневесы, в числе которых был и Сондерс, отказались. На это Билли Джо ответил следующее: «Никто не убегал. Я побью эту мокрую крысу. Но вы хотите драться только с полусредневесами или боксерами первого среднего веса», написал Сондерс в Твиттере. Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.